Друзья, как пользоваться сайтом? Не обращайте внимания на надпись, просто обновлял школу. Значит, смотрите, кабинет. Все в пределах одной страницы. Вы здесь слева выбирается раздел. Ну, например, Linux, да? Дальше. В разделе, в каждом разделе есть категория. То есть выбираете категорию. Для просмотра уроков категории мы просто нажимаем «Просмотреть». Далее вы можете выбрать, значится, вернуться назад, перейти к следующему уроку, либо выбрать опять категорию, либо выбрать по тегам уроки, относящиеся не только к этой категории, возможно, а к какой-то тематике. Ну, все по-разному, да? Думаю, сложного ничего нету. Все в пределах одной страницы. В кабинете меню сайта здесь главное убрано, да, чтобы все это не мешало. Поэтому переведено. И здесь еще есть пару вкладок об обновлениях сайта. Все можно будет почитать в этом разделе. Все, спасибо. Я думаю, разберетесь. Ой-ой-ой, я ж...